На прямой связи с нашей студией наш гость Лев Спивак, директор Международной ассоциации Азербайджан-Израиль, АЗИС. Господин Спивак, здравствуйте. Добрый день. Господин Спивак, сегодня 31-я годовщина Худжалинской трагедии, и каждый год поднимается вопрос о международно-правовом признании тех преступлений, которые были совершены 31 год назад против мирного азербайджанского города, против его населения. Какие шаги можно предпринять в этом направлении, по-вашему? Вы знаете, с большим сожалением я должен сказать, что я не верю, что когда-либо удастся провести в международных организациях признание Худжалинского геноцида. Слишком неоднозначно трактуются, мы с вами прекрасно знаем и не раз говорили об этом. И эти события, да и все другие, все, что касается Азербайджана-армянского конфликта, действуют двойные стандарты во всей европейской прессе, во всей европейской политике. И надо годы терпения, может быть, даже десятилетия, чтобы это изменить, чтобы это преодолеть. Тем не менее, это не значит, что это не надо делать. Конечно же, надо. Во-первых, не надо забывать эту боль, потому что только так можно допустить, чтобы это не повторялось. Мы здесь, в Израиле, со дня создания нашей организации ежегодно проводим памятные вечера, вспоминаем, поминуем погибших в этой трагедии людей. Причем мы стараемся проводить их в разных городах и разные по форме, чтобы привлечь на эти мероприятия не только, собственно, свою комьюнити, да, выходцев с Азербайджана, но и других людей, которые, может быть, об этом не знают. Ежегодно, в обязательном порядке, у нас в этих мероприятиях принимают участие и азербайджанские политики, депутаты Мели-Меджлиса и депутаты Кнессета Израиля, мэры городов, заммэры городов. Также будет и сегодня вечером. На этой неделе пройдут 3 памятных мероприятия памяти трагедии в Ходжалы, как я в 3 разных городах Израиля. И, как я уже говорил, мы стараемся их сделать разными и по форме. Это были и научные конференции, и самое, пожалуй, всем известное мероприятие – это посадка рощи Ходжалы 613 в президентском лесу в Израиле. В память, конечно, о 613 погибших в ту ночь. В этом году у нас пройдут концерты азербайджанской классической музыки. К нам приехала замечательная азербайджанская пианистка Нармин Арзаева, которая даст 3 благотворительных концерта в 3 городах Израиля. И, конечно же, на этих концертах будут показаны фильмы об этой трагедии Ходжалы. И также будем и устно рассказывать. И вы знаете, поскольку мы стараемся привлекать, в общем, израильтян, не очень представляющих себе зачастую, о чем идет речь, и они нас часто спрашивают, вообще, какое вообще к нам это имеет отношение? Зачем вы нам об этом рассказываете? И тогда мы говорим, а вы оглянитесь вокруг себя, посмотрите. Во-первых, похожие вещи происходят и у нас здесь. Во-вторых, если не в вашем доме, то наверняка в соседнем живет какой-нибудь выходец из Азербайджана, которого эта трагедия коснулась непосредственно. Мы часто делаем фотовыставку знаменитых фотографий Ходжалинской трагедии. И, пожалуй, самая знаменитая фотография – молодой боец в шапке-ушанке стоит вот с руками вперед, вот так пораженный, удивленный, не пытающийся осознать то, что он видит. Так вот, этот человек сегодня реально живет здесь, в Израиле, в Нетании. И он тоже посещает наши мероприятия и говорит, вот он я житель Израиля, гражданин Израиля, и это моя трагедия, это моя боль. И люди начинают относиться с пониманием, с уважением. Так что я думаю, что такие мероприятия по всему миру обязаны продолжаться, а рассказ об этой трагедии должен продолжаться,
Ну и, как говорится, Бог нам поможет в остальном. Господин Спивак, я благодарю вас. Большое спасибо. До свидания. Спасибо вам. Я напомню, на прямой связи с нашей студией был директор Международной ассоциации «Азербайджан-Израиль» Азиз Лев Спивак.